Всем привет, ребят! Вы находитесь на канале Ritter Play, меня зовут Александр, и сегодня мы поиграем в игрушку Anthology of Fear. Атмосфера страха, как-то так, по-моему, переводится, если я ничего не путаю. Так. Игра относительно новая, новая игра. Всем приятного. Давайте смотреть, что за игрушка. Вроде как психологический хоррор. Сладко, это я. Прости, что звоню так поздно. Надеюсь, ты в порядке. Я проверяю зацепку. Эта женщина утверждает, что работала в психиатрической клинике. Говорит, что начальник сделал что-то ужасное. Утверждает, что... Я никогда не знал, что у Нейта были такие знакомые. Я так понимаю, сейчас мы в эту лечебницу пойдем. Так, я уже могу ходить, и ходит он что-то как-то нетрезвый. This Ethan. Are you there? I'm here. Are you sure you're not followed? Yeah. What's next? I left you something useful. There's a closet next to the trash cans. Check the drawers. Так, нажмите левый... Че? Чтобы взаимодействовать с окружением. Так, это инвентарь. Это что-то... Так, информатор сказал, что она оставила что-то в комоде. Это должно быть где-то в этой аллее. В комоде именно? Или комод? Кто-то болтается. Я еще не могу вернуться, а это я так ведь зашел, получается. Может быть, сюда? Или нет? Что-то как-то... В каком комоде? Как узнать? Не открывается у нас. И с чем? Тоже нет. А, вот здесь, наверное. Ломик есть. Found it. Try not to draw any attention. Старайся не привлекать внимание. Ладно, постараемся. Что сейчас надо сделать? По словам этой женщины, одна из этих дверей приведет меня в подвал. Я догадываюсь, что это вот эта дверь, скорее всего. Да, так достаточно простенько сделано. Ну, графика для инди игры-то неплохая, на самом деле. I'm downstairs. Okay, look for the blue door. Ищи синюю дверь. Этот подвал выглядит как какой-то лабиринт. Похоже, люди до сих пор его используют. Заперто. Ну, какой сервис, все включается сразу. Так, это не синяя дверь.
Она открывается. Предпочту не знать. Наверное, сюда стоит сходить. Синяя дверь. Good. Now listen. Officially the clinic is on hold, but the building is still being maintained. Watch out for the alarm. Иди за сигнализацией. Ладно. И чё? Конец фильма. Into the clinic. I don't know what I expected to find. Nathan, safe and sound. An answer just left there. It's been almost 2 years. I was so wrong. Так, я нашел голубую дверь. Потом еще одну. У меня в ушах звенит. Я так близок к тому, чтобы найти его. Заперто намертво. Ключ от всех дверей у нас есть. Чего интересного? Надеюсь, мне это не понадобится в ближайшее время. Я тоже на это надеюсь. Это записка. Роберт, Сильвия все еще жалуется на свое кресло. Позаботься об этом наконец. I'm in. Where will I find the archives? The patient's archives are on the C floor. Access to upper floors is secured with a card. There's no electricity. Can I just use the crowbar? Breaking in would set off the alarm. You'll have to turn on backup power. So where will I find this office? It's hardly an office. It's A53. I left you the key. Let me know when you're there. A53. Выход. Чинующим A53. Здесь-то я, наверное, не найду его. То есть нечетные должны быть по... По правую руку получаются. Я 53. I'm in. So, you said backup power? Что такое симуляция нервов, техника электроэнцефалограмма, электрокулограмма, бла-бла-бла, больничный бред, впечатления, никакие физические симптомы не дают оснований для заключения, пациент не отвечает на терапию, рассмотрите возможность включения его в список NET. Предохранителей много. Предохранители, да. Ну-ка, может, вот эти надо пощелкать? Нет. Лучше мне это не трогать. А, вот. А что сразу-то не открывал? Что тут? Что? Так, что у меня ломик, карта. Отключить питание. Да блин, открывай. Hello?
easy. Where are the archives? Can you hear me? Ну, как обычно. Электричество вроде бы работает, но рация нет. Архив пациентов находится где-то на втором этаже. С этого и надо начинать. Ну, она, видимо, где-то выше. Здесь подойдет карта? Нужно еще выше, блин. Жить-то немало. Несколько ящиков. Это что у меня? Ящики проверять. Это подсказка-то есть или что? Так, Сильвия, эти результаты феноменальны. Мы не только сделали важные открытия в лечении расстройств сна и тревоги, но и совершили скачок в изучении сознания. Это доказывает, что теории Марка были верны, что МВ сдали достаточно сильную активность. Мы сможем воссоздать и записать ее. Это карьерный шаг, Сильвия. Мы говорим о уровне ЭКЛЗА. Приготовься к празднованию. Для меня большая честь иметь тебя рядом с собой. ТХ. Полезно. На самом деле все ящики проверить, что ли? Не факт, что, конечно, нужный мне будет. Может, я что-то не так делаю. Скорее всего, нужно это утащили, блин. Тут какая-то видеокассета. Нельзя с ней сделать. Нет, ну это, наверное, такое глупое занятие. По мне. Ну, архив-то мы нашли, только это стоп, это же, по-моему, третий этаж. Нет, второй. Ну, судя по этому, не работает. Что написано? Патиент архив. Я должно быть близко. Не думаю, что он работает. Я нашел этот чертов архив. К счастью, Сорен — это не очень популярная фамилия. Сорен. Буква С, значит. ABCD. EFG, LMNOP. Вот это, наверное. Кто бы не оставил эту заметку, он перенес документы в другой офис. Какой? Не повезло, кто-то перенес их офис. Офис вот того типа Гибсона. Сейчас искать. Печенье, классные напитки, веселые, но это тоже херня какая-то. И принтеры еще старые, кстати.
Они шустро печатают, как они матричные назывались. Я же такие продавал в свое время. О, а я думал, откроется. Так, офис Гибсона. Извини, что нам пришлось раньше уйти, но в понедельник все еще актуально. Алиса. Алиса что-то шуры-муры крутит. Сын 27 лет, лечится идиопатической бессонницей, ночные кошмары. В общем, тут что-то бессонницу лечат и хер знает. Пациент быстро создал ключ, который он нашел на кухне в конце одного из коридоров. Скажи, так, не написано случайно, где ты его там оставил? Алиса, могла бы ты забрать Дэниеля со школы? У меня сегодня поздняя смена, а Тома нет в городе, Джейн. Это мило. Блин, лесбиянки, что ли? Вот мило. Вот. Так, так мы зашли, да? Здесь точно нет. Так, в общем, нам надо найти офис этого Гибсона. Он может быть не на этом этаже даже, кстати сказать. Похоже, нам придется, наверное, попробовать выше поискать его офис, возможно. На дверке-то, наверное, написано должно быть Гибсон или что-то такое. Так, вот тоже ничего. Сходим выше. Одни и те же. Калькулятор. Так, дорогой профессор Гибсон, мистер Маккини получил ваш отчет о происшествии. Было бы преуменьшением сказать, что он не воспринял новость спокойно. Скажем так, это не вы чуть не попали под вазу. Сэр мистер Маккини очень разочарован работой вашей команды. С ним так бла-бла-бла. Отличный помощник. Да. Где у тебя офис, дружище? Видимо, не здесь. Так, это максимальный этаж. Здесь нам карточка не подходит, да? Так, надо посмотреть, может быть, здесь офис найдется. А, лифт что-то открытый почему-то. Не работает. Здесь есть информация, где у него офис. Офисные приспособления. Я почитать хотел. История болезни. Мужчина 45 лет, бессонницей. Ну, все что-то бессонницей мучаются.
Ну, тут что-то хоть современнее принтер. Так, это что, А51? В больнице что-то жутковато так-то ходить. Я наши-то больницы не люблю, там такие лабиринты не как здесь. Прям выйдешь. Блин. Так, ну, наверное, нам не сюда. Так, может быть, я в тех архивах не все собрал. Эти, они, а, они не на этом этаже. Или на этом. Так, описан 20-летний мужчина. Так, что такое сопутствующие заболевания? Что нет? Ну, видимо, надо выше нам сходить. Наверное. И все-таки. А, вот, доктор Гибсон. Что, я правильно пришел? Должно быть оно. Значит, должно быть оно и не оно. Пробка с документами. Я получил то, что хотел. Здесь какие-то документы и видеокассеты. Я могу посмотреть кассету на том телевизоре на первом этаже. Ну что, идем на первый этаж. Следовательно. Я не помню, где там телевизор был. Так, где-то я его видел. А, вот. Вдруг зазвонил телефон. Кто говорит? Слон. Я не помню, что произошло. Я попал в аварию. Не нужно. Нужно обратиться за помощью. Может, я смогу вспомнить. Обратиться за помощью? Что у нас? Так, я не помню, что... Блин, что, чтобы проходил здесь, черт, я даже не помню, как сел сегодня в машину. Я никогда
Никого не вижу, но может быть я смогу найти что-то, что мне поможет. Ну что же, конечно. Манекены, что ли? Ненавижу манекены. Обычная канистра. Место для манекена. Какое для него должно быть место? Еще какой-то манекен. Больше ничего нет. Началось, короче, психоделика всякая. Дай-ка ломик сюда. К счастью, я смог найти лом посреди этой дерьмовой ямы. Как он сюда попал, неважно, я должен открыть эту дверь. Какую дверь-то? Телефон звонит. И странно смотреть на этот телефон. А какую дверь-то? Эту ломаю? Я не могу пройти здесь. Так, здесь еще какой-то закоулок у нас был. Так, фонарика-то у меня нет, что ли, теперь? Тут плохие новости. А, вот еще манекенчик есть. Okay. Ну, а здесь можно ломануть, значит. Я уверен, что знаю это место, но откуда? Там вот можно свет, наверное, подрубить. Генератор. Подсветка лифта работает, а панель нет. Странно, может лифт резервный? Может быть, я смогу восстановить полную мощность. Я должен искать что-то похожее на генератор. Вот что. А. Нет топлива, канистра там была. Если ее, конечно, никто не утащил. Ну, началось, сходи туда, сделай. Возьми то, вернись обратно. Взад вперед обратно. В общем, такая простенькая игра, но в принципе для инди-то красивая достаточно, неплохая графика. Даже побаще, чем в этом, в Redfall'е. Так что-то непонятно начинается тоже. Что это за место? Задания нет. А что тут такое лежит? Ничего полезного, что ли? Консервы и немного алкоголя. Что такое? Это без
успокоит, блин. Ну капец он, конечно, разговорчивый дядя, блин. Ну, открыто. И определенное место для отдыха. Так, остановились 3:03. Как долго я был здесь? Оно немного похоже на мое первое пианино, но эти клавиши все наоборот. Я не знаю, как играть. Что, на пианино играть придется? Идем дальше. Так, что у нас тут? Урна есть. Что-то можно сделать, да? Или нет? В общем, везде 3:03 почему-то время, так, все, что-то... Ничего полезного. Здесь должны быть ящики. Что за ящики-то? Лучше горит. Тут так жутковато что-то. Все пусто, блин, что делать? Я не знаю, в ящике-то, наверное, вряд ли что-то будут прятать. А, вот, прятали для дверь. Приняли, что ли? Морской бой. Ой-ой. Такие пени, конечно, пугающие. Ну я обосрался. Ой-ой-ой. Тут что такое? Я не знаю, что это такое, но я не хочу на это смотреть. Вот ключ есть. Я нашел какой-то ключ, он лежал на столе. Фонарик поднят. Отлично. У нас есть фонарик. Трендец, блин. Начались пугалки. Ну, это не страшно. Так. Ну, здесь что-то... Так. Что-то слышишь меня, что ли? Можно попробовать включить. Давай попробуем. Вашу мать. У меня мурашки по спине бегут от того, что я здесь вижу. Я чувствую, что здесь есть кое-кто еще, кроме меня, но я еще никогда никого не видел. Меня это беспокоит еще больше. Так, и что у меня? Ну, манекены какие-то. Ой, тут у вас много появилось? Открылся, может быть, путь
мой путь побега. Раз лифт остается там, где хочет, останавливается там, где хочет, кто-то должен быть здесь. Извини, я еще не подчинил твой компьютер. Enter. Нампад все еще работает. До встречи, Роб. Должен запустить его, а как я запустить? Добро пожаловать в интерактивную систему Morpheus 64. Чем я могу вам помочь? Мне не удалось получить эту информацию по ошибке 404, ну, понятно. Меня зовут Макс Морфеус, автономный. Знание, система, моя основная работа – помогать, что я могу сделать для вас. Позвольте мне их проанализировать. Продолжи, без разницы. Ну, давай, продолжи. Найти эхо. Я мало что знал. Так, все, что я знаю, это то, что мне нужно найти Иерихон. Но я не уверен, что это такое. Мне осталось идти дальше. Ладно, идем дальше. Нижний этаж выглядит почти так же, как нужно. Кажется, что это часть больничного комплекса. Что ты там, какие ноты ты играл, еще раз напомни мне.
Так вот мне... Ну что, мне ноты надо угадать, что ли? Ну не, это вообще извращенские загадки, если честно, если такие... Ну, надеюсь, это не обязательно то же самое играть. Так, здесь мы были, здесь нихера, по-моему. Где-то кассету найти. Ой-ой. Манекены. Ненавижу манекены. Там вот. Это кассета. Ну давай послушаем. Телефон-то где звонит? На кассете или где? Что мне делать? Так, конечно, тут так догадывайся везде. Не открывается тихо. Ой. Здрасте. Это тут закрыто ведь было, помнится. Телевизор. Давай к тебе подойдем, что ли? Да, я тоже так думаю, что кто-то за нами тут наблюдает. Так, телефон опять. Здесь ведь звонит. Где спрятали телефон? Признавайтесь. Чувствую себя хорошо. А, тут кровь же была сейчас, нет? Где он звонит-то? Алло. А, вот он, о, нихера. Это все, не звонит, что ли, больше? Ага, вот оно что. И что теперь? Ну фонарик сдох, что ли? Ну, прекрасно. Я уверен, что минуту назад этого здесь не было, но я тоже в этом уверен почему-то. Это все меняется сейчас. Так, вот. Туда зачем-то светит. Ой-ой, манекены. Манекены, манекены за мной следят. Манекен. Беспокоит. Я очень обеспокоен, пацаны. Печки, блин. Так,
что я назад вернулся. Куда, блин, твою мать? Я не могу логически объяснить все это. Я чувствую себя трагически. Надо уйти отсюда. Ну, блин, нафига ты вообще сюда приходил? Тут лифт был, помнится, да, блин? Обломайтесь. Так, привидение на месте. Все, валим, валим. Good morning, Mr. Sword. How are you feeling? I'm okay. Just a little stressed. Он узнает это место. Я был здесь или где-то... Или где-то что? Выглядело достаточно так же. Я чувствую себя здесь безопаснее. Я хотел бы остаться здесь дольше. Надо как-то свалить отсюда, мне кажется. Опять компьютер. Так, в последнее время ничего полезного не нашел. Все равно стоит попробовать еще раз. Ерехом, блин, чё вообще несёшь? Модель 40-40. Ну, это ошибка-то у тебя 404. С возвращением. Пользователя, я могу подключиться от тебя и другого пользователя. Да, другой пользователь использует Макс на одном из более высоких уровней защиты. Соедини еще. Похоже на блоку питания. Натан, ты там? Кто это? Сейчас, слушай, ты должен выбраться оттуда. Тут, наверное, не суть важно, что отвечать. Понял, тут что ты? Знаешь, кто я? Конечно, я знаю, Натан. Мы встречались раньше. Нет на это времени, ладно. Думаю, вы попали сюда случайно, это должно быть ошибка. Вы помните, как вы туда попали? Нет. Натан, умоляю тебя, ты должен кое-что вспомнить. Люди не приходят сюда без причины. В машине, наверное.
аварию, это объяснило бы многое. Понравится мой ответ, но вы должны добраться до нижнего уровня, только не застревайте нигде, пожалуйста. Ладно, чё, как скажешь. Или вышел из беседы. Я ничего не узнал, по крайней мере, теперь я знаю, что я здесь не один. Кто бы там ни был, мне обещали помочь. Пришлось подняться на лифте. Так, ладно. Надо нам сюда, наверное. Что-то, что я ищу, уже близко. Я не знаю, что я там найду. Меня даже не волнует, поможет ли мне выбраться отсюда. Блин. Что за херня? Не те же комнаты, конечно. Ой-ой. Что-то отвратительно. Что за хрень? А, вот, еще что-то в раковине валяется. Я не знаю, что это такое, я не хочу на это смотреть. Ну, даже фраза-то, а вот кассета есть. Давай, кассету мы заберем. Идем магнитофон искать. Ой-ой, здрасте. А, вот и магнитофон. Well, we can move forward. Since it all shoot, one of the top ready to. Опять понятно, что ничего не понятно. Так, что такое? Это стих. Мертвец, мерцет, валяющий среди мусора. Сколько женщин, сколько снова детей. Посмотри, сколько здесь разбросано. Другие скоро уснут. Блин, что за херня? Идите нахер. О, здрасте, девчонки. Как дела? Ну, лишь бы они сразу не тронулись, что это такое? Понятия не имею, идем дальше. Давай, что за нахер? А, это вот опять это? Взял свой гнев и идите в жопу. Ай, здрасте, доктор. Вы, короче, что-то у меня тут крыша едет от этого. Чё, куда делась? Кровавые двери, блин. Michael is here.
Джейсон. Ой-ой, нас что, повесили, что ли? Статуэтка кролика. Выглядит таким настоящим. Так, я так понимаю, здесь еще одна статуэтка должна быть. Или нет? Глюки или что? Так и должно быть. Здесь-то и нет статуэтки. Так, и что тут? Как их ставить надо? Что, я правильно нет поставил? Как они вообще отличаются между собой? Как-то можно это посмотреть там, поделать что-нибудь? Нет? Комнате так ставить, что ли? Так, что у нас тут? Джейсон. Череп, блин. Дэвид. Майкл получается. Кажется, я слышал что-то внизу. Ой, господи, блин. Эти. Как спуститься вниз? Спуск вниз имеется. Да, здрасте. Что за нафиг? А, лифт открыли, все, валим отсюда по-быстрому. Ну нет. Либо мне действительно не повезло, либо что-то мешает мне покинуть это место. Мне надоели эти коридоры, но мне нужно вернуться и починить электричество. Да. Чё, манекен, где у тебя свет-то включается? Странный манекен, четырехрукий, что ли? Что, черт возьми, здесь происходит? Так у меня давно уж такой вопрос. Только сейчас им задую. You found Ерихон. Олик.
пистолет появился. Выглядит странно, но я думаю, это лучше, чем ничего. Кассета. Your name, sir? Типа стрелять дадут? What can I do for you? I had an appointment. 3:00 with Dr. Hypnos. Excuse me. Sure. Hello, you've reached Morpheus Medical Clinic. How can I help you? Диплом. Как стрелять? Ой-ой. Бы какая-нибудь карта не помешала. Местами от манекена я знаю, с детства не люблю. Что такое? А, ножик? Ты меня так смоешь. Я знаю, что это всего лишь манекен, но он выглядит таким настоящим. Ничего не изменилось. Я думаю, что здесь может быть их больше. Кого больше-то? Манекенов или что там? Короче, нам надо, походу, рубильники еще поискать. Так. Манекены, манекены. А, вон тут еще есть. Ну, я не знаю, вот это что-то с пострелушки-то здесь, мне кажется, даже лишнее. Давай, давай быстрее. Отсюда, но я тоже так думаю, что жутковато как-то на самом деле местами. Я смог восстановить силы, теперь я уверен, что кто-то играет со мной. Как только лифт заработает, я уйду. Так, лифт-то у нас. Так, лифт-то не в эту сторону. Или в эту. Манекены, манекены. Так, лифт внизу, по-моему, должен быть. Но его нет. А, вот он. Вот и лифт. Обломайся! Я убежал. I see. It's just that it's all new to me. It's understandable. You're one of the first to participate. But please, try to relax. Any questions? Компьютер опять тут нас мучить будет, видимо. Ты ком, блин? С
с возвращением в Интер... Ай, ладно, короче. Ну, понятно, давай. Возвращение. Ну, давай, присоединиться, чё. Чё там мне расскажет новый пользователь? Что-то сделал это, к сожалению, я понимаю, почему вы здесь. В любом случае, я знаю, как вытащить тебя отсюда. Ну, хорошо. Да, я все объясню, но сначала ты должен выбраться отсюда. Хорошо, как это сделать? Как только ты выйдешь на улицу, тебе нужно будет ответить на звонок. Ведь в любом случае, только так я смогу тебе помочь. Ну, еще какая-то матрица. Я вытащу тебя отсюда скоро. Удачи, Натан, до скорой встречи. Ну ладно, что тут не привыкать, по-моему. Надо будет снова стрелять. Так, незнакомец не врал, мне удалось выбраться. Не стреляет эта пушка. Ну, не знаю, по стрелушке, как по мне, здесь похоже, я убил всех, я должен вернуться к телефону. Где телефон-то был? А, телефон, наверное, в ту сторону. Блин, медики-зомби на меня нападают. А, или стоп, или не сюда. Да. Вот я здесь просыпался. Ну да, видно, что инди-игра, а локации-то одни и те же. Графика-то не самая. Но в новых AAA да даже хуже. И работает глючнее. Так, значит, телефон, он где-то тут ведь был, помнится. Да, вот телефон. У меня пушку у меня забрали, блин. Whose phone is this? Turn it on, for fuck's sake, right now. We're losing him. God. Alex, turn off that fucking phone. Да, все. Пациент умер. Jesus fucking Christ. What have we done? Что я сделал?
Что, пацика хлопнули, походу? Имя Нейтан. Сорен. Время 3.03. Что такое? Время смерти? 3.03. Причина смерти не успел прочитать. Мы так посмотрели видеокассету, что ли? Эта кассета, она кажется сюрреалистичной, это невозможно. Но все же те врачи, похоже, были одержимы этим. Мне все еще нужно посмотреть документы. В общем, ребят, здесь серию закончим. С этого момента продолжим следующую серию. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал. Также на другие мои ресурсы, ссылки на них будут в описании видео, в шапке канала YouTube. А на этом все. С этой игрой, я думаю, допройти ее. Она вроде небольшая, судя по всему, должна быть. Ну, такие игры, как правило, небольшие. В общем, увидимся. Всем пока.